Текущий ремонт в зданиях и замена мебели, новые компьютеры и спортивные снаряжения для школ Щелковского района. Множество наказов от жителей получают представители районного совета депутатов. Средства и перечень мероприятий в рамках реализации наказов избирателей депутаты утвердили на очередном заседании совета. Средства на наказы избирателей депутатами Щелковского муниципального района в основном направляются все на социальную сферу. То есть это учреждения образования, это учреждения спорта, культуры, на те вопросы, которые, наверное, животрепещущие в этих учреждениях. Всего из районного бюджета на исполнение наказов избирателей было выделено более 5 миллионов рублей. Эти средства будут направлены в первую очередь в учреждения образования и спорта. Так, например, в 9 детских садах и школах запланирована замена оконных блоков и дверей. Также несколько учреждений образования должны получить новую мебель и бытовую технику. В Центре адаптивной физкультуры «Спартанец» рассчитывают приобрести новый спортивный инвентарь. В сумме поддержку получат 25 учреждений. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».